Всем привет, дорогие друзья, с вами Тотем Паут, а мы продолжаем играть в игру Трансформеры Битва за Темную Искру. И я продолжаю на том моменте, на котором мы остановились в прошлой серии. Прошлая серия у нас была вообще улетная, веселая. А в этой серии мы уже играем за автоботов, которые попали в Каон и хотят спасти пленного клинжа, клиффджампера. Ох, какой отличный хэт я им поставил. Так. А вот те. Десептиконы везде. Да, изменились они, конечно. Если их сравнить еще десептиконами, которые были в битве за Кибертрон, то они очень сильно изменились. Отлично. Чудно, никакой тревоги, мы тихие, как мышки. Знаешь, Оптимус, я тут подумал. Да, Джаз. Если Кибертрон мертв, и мы уходим, почему бы просто не отдать Мегатрону его новую игрушку? Ковчег еще не закончен. Если Мегатрон сейчас завладеет Темной Искрой, мы не успеем достроить ковчег, и Акон падет, и вся надежда будет. Ну, раз уж так, то за дело. О, привет. На-ка. Во-во-во-во-во, тише. Так, больше нет, что ли, дисов по косу? Я мог бы взорвать двери, но будет слишком шумно. Ну, конечно, как всегда, великий Оптимус Прайм просто вот так вот откроет. Тоже годится. Стрелять по решеткам? Стреляй по решеткам. Так, это у нас что тут? Что-то новенькое. Так, и еще одни двери. Ну, Оптимус вообще безбашенный. На все двери пофиг. А откуда Джаз впереди меня взялся, я вот не пойму. Оу. Турели. Давай, давай. Летим, летим в бой. Не слышу никакой сигнализации. Видно, турели поставили для отстрел скрапнеров. Даже Мегатрону приходится разбираться. Думаю, так он нас и видит. Почему меня поставили на переработку мусора? Что за всем постам? Это Прайм перекрыть все проходы. Воу-воу-воу-воу-воу. Прайма у меня помял. Ли, сейчас. Так. Накатил. Отлично. Я займусь этим. Так, и куда мне? А, отлично. На-ка. Сразу двоих забрал. На-ка. Полетел. Отличное попадание. Здесь целая куча турелей, Оптимус, мы тут не пройдем. Так, ладно. Пора их замочить. Блин, ну почему тут матрицы нет?
Турели сами по себе не отключаются, Оптимус. Способ всегда найдется, друг мой. Вот это должно отключить блокировку двери и турели. Не знаю, что ты сделал, но сработал. Турели перестали чирикать. Так, ага, вон там вот у нас септикошки. Чё? Всё, погнали дальше. Немало мы провернули безумных трюков, но это явно в пятерке лучших. Вот так. Еще один шаг к освобождению кибертронцев из-под иго Мегатрона. Верно, верно, это прямо классика жанра. Мусорный блок, прием, что у вас там происходит. Блин. Все равно разговор получился бы скучный. Вообще. Окей. Готов. О, снайперы. Еще снайперы, офигеть, чё ж тут столько снайперов-то? А, нахер. Сюда, Оптимус, я могу потянуть. Хорошая мысль. О, нифига ты. Я прошу, Джесс, перепрыгни по кошке. Уже иду. Похоже, мы добрались к выходу из мусорного блока. Давно пора. Не лежала у меня душа к этому месту. Так. Мне-то пушка не нравится моя. Хочу поменять. Вот это вот мне как-то больше по душе. Так, второе оружие. Улучшить. Как? Давайте я возьму ракетница. Чем дальше мы заходим, тем плотнее десептикон будет обороны. Ничего особенного, все плохо, но видали и похуже. Вот и разнес я их всех. Мегатрон всегда нас недооценивает. В битве за свободно сражаться изо всех сил до последнего заряда мы победим. Ты так всегда умеешь вдохновлять, Оптимус. Поэтому ты и Прайм. Чтобы пройти дальше, надо... Что-то там. Кажется, здесь фигня. Берегись, Оптимус, здесь Псикон. Блин, чё ж ты не попадёшь на себя никак. По этому уроду. Прям сзади. Блин. Нужна помощь. Ах, ты же десептикон-то, а? Проклятый. Чё патроны-то не идут? Чё патроны-то не лезут? Вот. Ага.
Что тут еще надо сделать? Ага, вот. Тут надо догадаться меч сделать. Ой, крыса. Прям со спины пошли, а? О, я вот отсюда сейчас все понял. Наверное. Что-нибудь сделал вот именно отсюда. Все. Так, наглёшь. Блин, как я тут скосила. Так, где тут еще эти десептиконты? Не пойму. А, ну все. Открывай. А, последний. Опс, есть какие-нибудь сведения про скалолаза? Ну, про клиффджампера. Он жив, это хорошая новость. А плохая новость. Его держат в тюрьме, зарывал, приготовили к лучшей... не знать. Тогда надо отвезти его в безопасное место. Я понял, мы уже близко к главной станции, сразу за коридором. Знаешь, Оптимус, как-то слишком мы легко идем. Меня это беспокоит, но выбора нет. Надо наступать дальше. От нас зависит судьба Скалолаза и всего Кибертрона. В общем, шагаем прямиком в западню именно. Так, ну-ка, на-ка. Офигеть, как я четко тут прошел сейчас. Так, это у нас там кто, Ракичи, да? О, Мегатрон. Оптимус Прайм, какая неожиданная честь. Десептиконы, устройте нашим гостям радушный прием. О-о-о, понятненько. А к тебе, еще тебе. Ой-ой-ой, прям под эту. Куда ты полетел-то? А еще. Слабо. Дурачок. Твоих разум. Отлично, я иду. Блин, на рукопашку придется. Теперь можно считать, что Мегатрон все знает. Пускай наша цель останется прежней, мы все равно должны спасти Скалолаза и вернуть Темную Искру, пока она не натворила еще бед. Кстати говоря, до Скалолаза мы уже почти добрались. Блин, как ты не сдох, прям на лету в тебя ракет патроном шманил. Нужно разрабатывать стратегию. Тюрьма хорошо охраняется. Я могу взломать с этой консоли автозащиту. Потянем время, может даже получится захватить вон ту турель на другом краю тюрьмы. Хорошая идея, Джаз. Прайм, импровизация — это мой конек. Автоматическая система защиты отключена, активируем ручный режим. Ха-ха-ха, сойдет, прикрой меня, Оптимус. А, мы уже в бой погнали. А, вон у нас скалолаз. Отлично, скалолаз есть, мы уже в тюрьме, да? Судя по всему, да.
Блин, роняют. Не сильно ранили. Надо восстановить все. Блин, Джаз. Иди ты сюда. Джаза подбили, офигеть. Так, все. Сейчас им всем будет жопа. Так. Отлично, используем турель. Джаз, это ты? Единственный и неповторимый, детка. Держись покрепче. Куда я денусь? Так. Так, пока. Все у нас нормально. Сам главный Джаз прикрывает. Буду прикрывать Джаза, и все будет офигенски. Автоматическая система защиты включена. Ух, блин, их тут понабежало-то, а? Фига их тут понабежало-то. Со всех сторон идут. Так. Вам не гранаты кинули. Чё, Джаза уже освободили? На-ка. Отлично, я справился. Оптимус Прайм, и как же ты добрался до моей тюрьмы? Мегатрон. Подумай только, вы сами вошли в мою тюрьму. Приятно оставаться, автоботы. Ну что ж, мы явно в ловушке. У нас есть запасной план, да, но он тебе не понравится. Персептор, ты меня слушаешь? Да, Оптимус. Начать операции перспектива. Я Оптимус, ты уверен? Это приказ, конец связи. Jetfire, отзовись. Слышу тебя. Персептор, жду у ворот, начинай операцию. Я знал на себя смелость запрограммировать зонд десептиконов. Я раньше тоже на триптиконе не забыл, дорогу найду. Так, окей. Невероятно, здесь что-то функционирует, да, согласно моим показателям, отдельные подсистемы еще существуют, но искры тристиконы вряд ли активны, любые всплески наверняка от автоматики. А почему это прозвучало как-то там? О, вот так вот лучше в бой идти с ракетницей. Let's go.
Вот так. С возвращением. Автоматика. Будь любезен, в следующий раз предупреди, если меня. Я постараюсь быть полезным. Странно, десептиконное снаряжение совсем новенькое. Откуда оно? Ах, вон оно. Блин. Сейчас убьют. Блин. Так, ну-ка еще раз. На-ка. Ну что, десептикон? Повеселимся. Так, это все, да? Так, ну ладно, скажу, снайперка мне не нужна. Я люблю вот эту пуху. О, у меня есть неоткрытая коробка запчастей. Офигительно. О, теперь еще вот эту штуку устанавливаю новую. Энергонный сборщик. Отлично. Старскрим. Хватит терять время. Все, вы толпа ржавых. Господин Старскрим, зачем все-таки Лорд Мегатрон столько энергона? Лорд Мегатрон не знает, что мы здесь, а кто ему скажет, тот больше не живец. Я... Понятно? Да, есть, нас тут не стоило. Тогда за работу, я проверю, как там с транспортом. Персептор, я не один здесь, Старскрим с бригадой. Интересно, ты полагаешь, они предугадали нашу цель? Нет, они просто роют слабонку. Старскрим всегда ищет чем бы. Я знаю, что у вас сложные отношения, но я предлагаю сосредоточиться на задании. Одно другого не исключает. Так, ладно. Они меня не видят вообще. Дурачки. Вот дураки, а. Дураки. Ха-ха-ха. Вот так вот по стелсу все делать надо. Вообще ничего не понимает. Кто здесь? Что здесь? А, ну неужели меня заметили? Jetfire, не смей отменить. О, все, наконец. Да блин, а! Иди сюда. Септикон проклятый. Чё ты опять мне мешаешь, что ли?
все, наконец. Ну что, тебе конец. Сюда, десептикон. Я тебя уничтожу. Вау, 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 тише, 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 тише. Это вот уже чёрт-то с чем-то. Ой, ракеты пошли. Стоп, я его убью. Шикарно. Блин, ракеты. Так, 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 отлично. Поджарю парочку. Офигеть, мне уже тут коробок запчастей надавали. О, как хорошо-то. Ну, выдавали. Отлично, ладно, погнали дальше. Воу. Чё, прям вообще без башни под огонь лезешь? Блин, откуда сзади опять крысы взялись? Ладно, мне куда-то туда вообще надо, чё я тут с ними вожусь-то? Ладно, погнали. Ничего они мне уже не сделают. Я открыл шлюз. Чудно, чудно, ты уже близко к системе управления оружием Трифтикон. Двигайся дальше. Ну, двигайся. Вау. Так не туда или куда? Likely be in the cargo bays to arrange transportation. Thanks for the warning. Спасибо за предупреждение. Не бойся, я поставлю задание под угрозу. Скорее, Наргон нас ждать не будет. Берегись, турель, тебя засекли. Jetfire. Итак, воздушный страж вернулся. Десептикон, не пускайте его дальше. Блин, эти штуки могут эти септиконов прыгать спокойно. Чё они септиконов-то бьют? Непонятно. Это как-то странно. Ну всё, не септикон, теперь я с вами разбираюсь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, там еще одна. А, пофиг, я валю. Что ж теперь Starscream там что-то делает? Так, ладно, за патрончиками в терминал. Вжух! Ладно, лети. Ой, блин. О, здорово. Будь ты проклят.
Jetfire. Ой, о, не убивай, прошу. Нет, не хочу умирать. Ну иди сюда. Все, пока. Так, у вас тут энергончика нет, пипец. У них нет энергончика. Куда мне дальше-то? А, сюда. Ну все. Да-да, автоматическая система, только не делай резких движений, я перенастраиваю под программу. Конечно, можешь не переживать, все готово. Спасибо, еле пронесло. Согласно моим данным, для открытия огня было 0,16. О, куча времени. Я добрался до зала управления орудийными системами. Превосходно, дайте этим реакторам заряд. Кажется, все в порядке. О! Десептикошки с битвы за Кибертрон. Так, на к тебе. Все, пока. Энергончик. Неужели? А, сломать? А, ну ладно. Отлично, судя по всплеску энергии, остался еще один реактор, и система будет включена. Так, какие? Полетели. Вау. У нас будет война в воздухе. Отлично. Я пришел, дорогие друзья. Ой. Кто там еще? Я же знаю то, что... А, ну вот с тобой по-другому разберусь. На к тебе. Согласно моим показаниям, теперь оружейная система выключена и исправна. Для управления скоро будет. Так. Больно он быстро говорит. Я читать не успеваю. Отличненько. Что, мне теперь сюда? И куда? Да, мне. Вас мочить, что ли? Откуда фигачишь-то? А вот и... Пикирует, зараза. Все отлично. Готово. Пользуйся, Персептор. Очень хорошо. Перезагружай оружейную систему. Калибруй кибергироскопы. Оптимизируй уровни зарядов. Кажется, нам понадобится весь доступный энергон, включая ту крупную порцию, которую пытался добыть Старскрим. Перенаправляю все обратно к орудию. В качестве основной мишени, кстати, Джетфайр, да. Тебе стоило бы подумать об эвакуации с вами, Гоу. Отлично, спасибо за новости. Теперь на твоем оптическом интерфейсе должен что-то там быть. Вау, вот это вот тут пролеты у нас. Истребитель, что ты сделал с моим энергоном? Извини, Старскрим, нам с Персептором пришлось
взять. Как ты мог весь план прахом, а за это я тебя испепелю. Воу-воу-воу-воу, пожарили. Поджарил мне Джетфайра. Сюда я тоже попал. Так, отлично. Ну все, вылетаем. Как раз по времени. Это трудно. О, как круто. Ого, видно, вселенная все-таки задолжала нам чуть-чуть удачи. Все в мире находится в равновесии, Джаз. Ничего себе, запасной план. Ладно, дорогие друзья, это у нас... Уже тут пошла новая глава, поэтому откроем коробки запчастей, я завершу эту серию. Так, точная новая глава? Ну да, новая. Ладно, дорогие друзья, с вами был Тотемпаут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я очень хочу увидеть ваши лайки, потому что стараюсь же и для вас. Скоро, возможно, я сниму Just Cause 3. Ну, возможно, но это не точно. Ну что ж, всем удачи, всем пока.